вопрос подтверждения коренными малочисленными народами своей национальной принадлежности всегда был актуальным и не до конца урегулированным. Но с февраля 2020 года в базовом федеральном законе о гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации была введена новая статья, которая как раз устанавливает порядок подтверждения национальной принадлежности гражданами, относящимися к коренным малочисленным народам. Теперь сведения о представителях коренных народов аккумулируются и собираются в едином федеральном информационном ресурсе списки лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации.